15 людей. А что, мы маски будем брать, нет? Или прям так? Мы будем устрашать глистами. Но хоть не глистами. Глистами, блядь. Слушай, я придумал, давай сейчас это, типа, через маскировку оденем, чтобы все белые листы были. Чтобы тебя типа, не запугать. Не, я грух, чтобы прослушивать нельзя. Повысь, а? Угрова льда кофнулся. Нехорошо. Кого садить будем? Мой ранчер. Что, мигалочки отключим для устрашения? Наверное. Да, Арнольд, ко мне. Ты где? Кто стреляет? Кто стреляет? Стреляет! Огонь! Огонь! Откуда? Откуда? Ты чё так обнадеживаешь? Слушай, я думал, сейчас уже все, где-то ящера приехали мстить. Он стреляет, ну, на мопеде, куда смотрю, в ту сторону. Он сваливает по парку, да? Вот мудила. Не говори. Хорошо, что хоть колесо не пристрелило. Зовите Джордова в Дискорд. Ему надо роль дать. Сейчас ему выдам. Шо, мигалочки будем включать? Спрашиваешь. 15, да, по-моему, за это было? Или 6? За облаву 6. За эту пятнаху даю. Опа, шивер б. ВД напиши. Сейчас напишу Джордову, дам роль. Мне его голос нравится. А еще он в Алма-Ате живет. Веская причина. Я просто казах. Казах казаха весь издалека. Так, ладно. Сейчас я в РБ напишу. Не напишешь, банить будем тебя в РБ. РП килл сделаем. А тут не банят, к сожалению. А, смотри, у нас вся машина миллеров. Вот второй ранчер, все из миллеров. В читахе тоже, вот мы с Джордовым. Просто... Он, как кажется, привлечем на нашу темную сторону. У нас же темная, да? Ну как писька? Антуан Дисней. Александр Князевич, он не? Это мы на облаву едем, там отчет проверим. Куда поехали? Газуем, газуем все. Облава, надо все быстро, надо все быстро делать. Ты уже побудет. Грубо разбегутся в страхе. Ну-ка назад к офису. Сейчас одним ходом ехать будем. Кстати, воздушная группа, давай вертолет. Можно мне вертолет взять? Я воздушной группой десантуру сделаю. А я с ним. Иди, 15 баллов. Пойдемте, пацаны. Сейчас скринем, блядь. Нет. А чё нет? Рано. Почему бы нет? Это из-за того, что не делаю, что? Я сейчас как разойдусь. А, ждем этих же. Копы. Ну, хотя зачем там? А там вы куда поехали? Там два человека приедет, зачем их вообще ждем? Давай я как-нибудь фарспидил. Нет, я предупреждал все время, что облава будет. Что это зафлудило? Что это такое? Массовый ДМ. Оу, щит. Оу, щит, умалва! Что за мероприятие? Петушины бои, что ли? Самое жесткое мероприятие. Как жить ФБРником? ФБРником? Что это значит? Я помню, петушиные бои были, такой капец был. Чувак выиграл петушиные бои, его админ заспавнил, короче, я тогда на ЖДСФ был. Я его, короче, поймал в КПЗ позади, он нарал, сейчас админ ТП-хнет, тебе жопу бить. Просто капец. И в итоге ничего мне не сделали.
кстати, а кто-нибудь ЖБ смотрел недавно? Нет. На меня там ничего не залили? Вроде нет. Нет, ну это хорошо. Да. Как у меня не по форме, ты дебил. Хозяина слушаешь? Я сам хозяин. Угу, обязательно. Да. Никита подтвердит. Молчание. Дебил Джордову роль не мог. Цезарь. Как же Всем привет. Привет. Водить учись. Вот сейчас чекайте, две машины только приедут, может одна. ПДшников, все, больше никто не приедет. А раньше, когда вот получается облавы были обязательны, за одну в неделю были для ПД, то было дофига народу, а сейчас фигня какая-то. Ну сколько баллов? Да, кто-нибудь, Джордж, ответь, ответил вопрос на Джордж. Поехали. Я сейчас погодите. Не сейчас будем. У Грува чё, капт? Сейчас сразу лопнутся. Не, у Грува не капт. Жаль, не сорвали. Не, это банда у них не капт. Хотя нет, пофиг, чё, пронул. Меня этот Джордан за руль посадил. Ответьте кто-нибудь. У нас всё. новый директор. Мы там едет в гражданке. Ой, неплохо, неплохо. Слушайте, нам нас хватит. А мы так и сделаем, я думаю. Нет, хватит. Для людей. Для если что, расстрелы времен СССР никто не отменял. Смеха не слышу, ну ладно. Так, а зачем тогда? Можно я сяду кому-нибудь, я капец, я вообще лагаю по-жесткому. Мест нет, братан. Вообще мест, нормально нас едет. РКПД, ОВПД сейчас на групп приедут. Да, вперед. Тогда мы должны приехать быстрее. Еще там чисто один человек, который это написал, сам приедет на мотоцикле. Чисто посмотрел. Да, такой, а ну всем стоять! Полиция мод. Вдруг никого другого не найдем, да? Во-во-во. Есть Арнольд, да, который и тот друг. Наполовину. Грязна кровь, так сказать. Ответьте Джордову, что на друг. А то я за рулем. РКПД мимо нас! Я ж сказал им на групп ехать. А мы бы. Они развернулись там? У них погоня была. Они развернулись на нами? Вот именно их до хрена. Там две машины было, по-моему. Так, давайте остановимся, подождем под мостом. Что? Нет, нам надо ехать. Там сейчас грубо свалить хотят, надо по фасу. Аирдроп. Это аир. Они туда сейчас ходят все. Так что надо успеваем. Фига нас там по радару. Да я сам в шоке.
Браво, где-то заявляют, всем барны. Я говорю, они обосрут. Прикинь, всем барны дадут. О, да выпендривались, пытались обогнать, блядь. Вперед, платить по ней. И еще одна тачка так же. Чисто блокируем на дорогу. Мы первые должны быть. Арнольд, не пускай их вперед. По пингу, под по пингу. Так и буду. СПД там вроде нет. Есть! Класс. Вот это я понимаю. Маски для лохов. Листы для мусоров. Сейчас гетовцы охреневать начнут. Что ты делаешь, Дэвид? Ну все, гоним, гоним. Вот там грувов пока еще порядочно погнали. Целых три. С них тоже. Да что ты делаешь, паути? Какие дауны, я в шоке, блядь. Горите в аду, мрази. Ладно, пешочком погнали. Тут еще всё, баба расстреливаем или что? Ну все, давайте убиваем. Там восьмерка свалит. Я улетел в банке. Стол. Погнали. Капец так, наш. Где они? А вот теперь ты точно попал. А где груз? Одного взяли. Дайте мне. Погнали. Где груз? Без него. Да? Ну погнали. Слышал, вот я выстрелил. Тайзером вот. В них. Ну давай уже как-то рисуем. Чё? Прикол в том, что грубы не реагируют. Лохнулся один. Давайте одевайте наручники. Никого нет. Ору. Залетаем. А вообще так можно? Зашел один, зашел один. Только что в игру зашел. Все, давайте. Да в меня-то за что? Зачем его тайзером слили? В меня кто-то тайзером оглушил. Живи. О, смотри. Ну-ка. От стека можно, смотрите, от стека. Мы еще на рез под стеком заедем. Да, блин, смотрите, от стека. Давайте от стека арестуем тоже. Машину, быстрее. Все, свалим. Тайлер, машина, давай Тайлер. Я тут. А тут копы. Не забывайте к нам вступить такой. Только, а я ФБР, пацаны. А куда сейчас? Все. А по мной сможете руль дать? Давай теперь. Это третий облава, хотите сказать? Он, кстати, не может кидать, им розыск давать. За что ему розыск? Да, теракт. Сейчас я его, короче, ФБР привезем, я его там обощу. Уверен, что у него будет наркота, уверен прям на 100%. Куда назад? А ну стоять. Нет, две облавы, за каждую 15, 30 в общем итоге. Ладно, пофигу, я все равно не прошу. Да, Арнольд, ты так и не проверил мои отчеты. Я жду. А ну-ка вовнутрь. А где Тайлер? Я не понял. Я тут. Ой, блин, чего? А что ты не в машине? Не на втором этаже два. Не понял, я давно сказал, надо было выгнать 80-го. Блин, не стреляйте в меня. Что это такое? Что это за животное с нами? Thank you.
давайте спалим. Сколько мы убили и сколько посадили, я в шоке. Мы молодцы. Больше убили. Чапа тут у него еще потребуем. А вот я подумаю. Ну может косарей 300, думаю. А, окей. Каждому за 5 баллов, братан, каждый, кто едет в этой машине, даже Фелику из РКПД, каждому по 5 баллов. Да, всем по 5 баллов. Ааа, капец. Сколько было? Грубо мигал. Все, мы как бомжи едем. В смысле не по форме, они сговорились? Чуваки, выйдите. Согласен. Ну чё вы, чуваки, вы все... Это я добил. Я Арнольд. Я Финка. А вот это Финка. Вы его сейчас просто джахнем, он все равно не из ФБР. Да, он даже не из ФБР. Да, он даже не из ФБР. Вообще, допрос, ну давай. Эджектни его. За тобой идет. А, все. Ну, кто со мной поим? О. Лучше иди альтом, чтобы он за тобой как бы типа не телепортировался и тебе ждать его не нужно было. Просто иди на альте, он сам будет потихоньку за тобой. Рыль. Рынок под названием ФБР. Он в стуле застрял. Просто вот так иди здесь, типа, пока он не дойдет до тебя. Не надо сразу заходить туда, а то он будет идти к тебе именно туда. Все, сейчас снимай с него наручники, и мы его обучим. Анкаф именно ты сделай, а то он за тобой будет ходить. Господи, давай просто. П-
просто анкаф пропиши. Все, я сказал. Я есть еще отнял наркотики, я забыл заскринить то, как у него там наркота, ну пофиг. Но у него была наркота. Я ее отнял через флеш-тейк. А, все, он офнулся.